Приветствую вас на канале «Правильный выбор». В данном видео расскажу о холодильнике с нижней морозильной камерой от компании LG, модель GAB429S. Актуальные цены на сегодняшний день будут в ссылках в описании к данному обзору. Я очень старался, собирал всю информацию о характеристиках, анализировал отзывы, монтировал и озвучивал. Очень надеюсь, что вам понравится, и буду очень рад, если вы поставите лайк и подпишетесь на канал. Данная модель продается в четырех цветах. Серебристый, бежевый, белый, темное серебро. Тип дисплея – кнопочный, LED. Объем морозильной камеры – 79 литров. Объем холодильной камеры – 223 литра. Количество полок в холодильной камере – 2, количество ящиков в морозильной камере – 4. Размеры холодильника. Ширина 60 см, высота 191 см, глубина 64 см, вес 70 кг. Инверторный линейный компрессор. Инверторный линейный компрессор LG отвечает самым высоким требованиям потребителей в плане экономии электроэнергии и высокой прочности и поддержания свежести продуктов. Холодильник LG с линейным инверторным компрессором имеет уровень энергоэффективности А++ и потребляет на 32% меньше электроэнергии. Гарантия на компрессор такого типа 10 лет. Класс энергоэффективности А++. Потребление электроэнергии 221 кВт-час. Уровень шума 39 дБ. Moist Balance Crisper. Благодаря ячеистой структуре крышки Moist Balance Crisper конденсат накапливается в сотах, предотвращая попадание капель на продукты. В то же время вода медленно испаряется, создавая оптимальную влажность. Это позволяет сохранить фрукты и овощи гораздо дольше при сохранении их полезных свойств и вкусовых качеств. Total No Frost. Холодильники с технологией LG Total No Frost больше не требуют разморозки морозильной камеры, благодаря принудительному обдуву холодным воздухом. SmartThink U. Контролируйте ваш холодильник с телефона или планшета. Функция Wi-Fi обеспечивает еще большее удобство использования. Холодильник с Wi-Fi и активацией SmartThink U App позволяет контролировать работу холодильника, даже когда вы не находитесь дома. Multi-Airflow – система охлаждения при помощи многоканальных мультифлоу потоков воздуха. При этом благодаря создаваемой принудительной циркуляции воздуха происходит равномерное распределение воздушных потоков внутри камер холодильника. Smart Diagnosis – диагностика с использованием телефона. Холодильники LG отличаются исключительной функцией Smart Diagnosis. В момент возникновения какой-либо неисправности пользователь связывается со специальным номером горячей линии, открывает дверь холодильника и нажимает на кнопку, создаваемый холодильником сигнал будет прочитан консультантом горячей линии, который даст необходимые советы и рекомендации, как устранить проблему. BioShield – это антибактериальная преграда на пути вредных микроорганизмов. Дверной уплотнитель BioShield изготовлен из антибактериального материала, в состав которого входит активное противогрибковое вещество, подавляющее образование плесени, тем самым препятствующее разрушению самого уплотнителя. Я просмотрел отзывы реальных пользователей и сейчас расскажу, на что жалуются обладатели данной модели. Не очень большая морозильная камера. Морозильное отделение, ящики разной глубины, к низу уменьшается объем вдвое. Шумноват. Индикация открытия двери. Очень тихий звуковой сигнал, который невозможно услышать в другой комнате. Лоток для яиц 8 штук, можно было бы сделать и в два раза больше. Нет подсветки в морозилке. Шнур питания, на мой взгляд, коротковат. Металл на дверцах тонковат. Внутренний выступ на двери не дает полностью выдвинуть и достать для мойки ящики. Буду объективным и расскажу не только о жалобах, но и о положительных отзывах этой модели, которые, кстати, часто пересекаются с отрицательными. Итак, начнем. Отличная комплектация холодильника. Холодильник работает очень тихо. Отличный дизайн. Достаточно места для продуктов. Полка, которая отодвигается, просто золото. Большие кастрюли умещаются на раз. Фрукты долго живут в своем отсеке. Красивая передняя облицовка. Бока не греются, теплоотдача через дно. Удобное управление температурой. Если вы являетесь обладателем данного холодильника, то в комментариях к этому видео вы можете поделиться своим мнением об этой модели. В описании под видео вы найдете ссылки на лучшие цены этого холодильника. Надеюсь, я помог вам сделать правильный выбор. Не забывайте поставить лайк и подписаться на мой канал. Всем пока!